Как сделать спину шире? Тяга штанги к поясу – великолепное упражнение для проработки мышц спины. Если вы хотите широкую и глубокую спину, в вашей программе обязательно должна быть тяга штанги к поясу. Иногда ее называют тягой в наклоне. При выполнении упражнения работают мышцы спины, широчайшие мышцы плечевого комплекса, рук и запястья. Техника выполнения. Первое. При выполнении упражнения важно держать спину прямой, допустимо с небольшим прогибом. Нельзя допускать образование круглой спины. Второе. Колени держим чуть согнутыми, чтобы было удобно удерживать центр тяжести. Третье. Корпус наклонен на 70-80 градусов вперед. Четвертое. Перед взятием штанги важно свести лопатки вместе и стараться удерживать в таком положении на протяжении выполнения всего подхода. Пятое. Поднимайте штангу до касания живота движением локтей, направляя их к потолку. Шестое. Во время выполнения особый акцент на стабилизацию корпуса. Раскачивание корпуса быть не должно. Седьмое. Вес выполнения этого упражнения при симметричном развитии всего тела должен быть примерно равен весу в жиме штанги лежа. Обратный хват позволяет немного увеличить амплитуду, однако такой хват более опасен для локтевых суставов. Начинающим атлетам использовать не рекомендуется. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! We'll be right back.